мальчики и девочки, привет, привет всем. Давно не виделись мы, Battle Teams 2. Ну, я сегодня... Я сегодня дома, поэтому стрим, у нас тут интернет отличный. И поэтому мы сегодня пойдем Battle Teams 2. Сейчас я послушаю, что у меня там со звуком. Вот, если звук все нормально, то мы без проблем сейчас пойдем Battle Teams 2. Ну все, всем прекрасного весеннего настроения, здоровья, счастья, удачи, добра, всем всего самого-самого-самого наилучшего. И мы пойдем сейчас посмотрим, что уже у нас там с обновлением. Кстати, ребята, так сразу предупреждаю насчет промокодов. Если кому-то необходимы промокоды по Battle Teams 2, очень хорошие промокоды, заходите ВКонтакте, у меня есть ссылочка на ВКонтакте, ко мне в личку пишите, хочу промокод, такой-то ник в игре, и я вам расскажу условия для получения промокодов. Вот, не пожалеете. Условия несложные, промокоды шикарные. Так что всех жду в личке. Всем все сообщу, как можно получить очень классный промокодик. Так, ну что, все, вперед. Вперед. А сейчас мы посмотрим, поиграем в игру. Поиграем, собственно, Battle Teams 2. И посмотрим, что же у нас там с обновлениями. Так, давайте. Зашарим мы поменьше нашу рожу. Ху-ху-ху, Astrum Entertainment. Ук-тик-тик-тик-тик-тик. Ничего там нового-то не покажет нам ролик-то какой-нибудь? Нет, веселый? Ничего не будет? Нет. Да, ну ладно. Опять ПВЕ, мамашка-вашка. Да, ребята, ну блин, ну, ё-моё. Да. Опять ПВЕ. Да, игрушка превращается в ПВЕ мод. Все. То есть, как шутер. Ё-моё. Для меня шутер всегда это была игра против живых игроков. Для меня это был всегда шутер. Вот это вот ПВЕ, то есть игра против ботов. Не знаю, для меня это была обыкновенная компьютерная игра. То есть мы даже играли по сети с ребятами, с друзьями, собирались в любой компьютерный круг, ходили. Интернета даже не было, да, просто заходили, компьютеры между собой соединяли, пожалуйста, можно было ходить, да даже дома сидеть. То есть для этого не надо было ходить в интернет, даже еще куда-то. Вот, и поэтому не воспринимаю я в шутерах ПВЕ вообще. Конечно, понятно, тут можно вдвоем, втроем там ходить, бегать, но для меня это... нет. Для меня это вообще не интересно, просто. Вот, так же, как и много-много всяких разных пушечек, вот этих вот красоты, тоже не сильно интересно. Главное, чтобы были хорошие карты, шикарные карты, интересные, были сами сюжеты, то есть сюжетные линии, ну, то есть какие-то рейтинги, еще что-то. То есть, чтобы хотелось в эти карты играть. Тут заходишь и, по сути, не знаю, мне ПВЕ играть не хочется. Так, ну что, ой-ой-ой-ой, мне какую-то награду дали, за что? А я не знаю. Красиво. Картинка красивая, кстати, китайская какая-то. Так, серебро. Че мне дали там? А их хз знает. Ребята, я забыл активировать промокод, чтобы показать вам, что же там в обнове, что же пришли, какие же пушки. Юперный разбабай. Ну-ка, подождите. Так. Сейчас надо быстренько это сделать. Я постараюсь сейчас это сделать. Постараюсь достаточно быстро сделать. Блин, чтобы показать, что-то есть у бегемота. Так, это промокод. В принципе, промокоде, вот который сейчас я активирую, да, вот, будет то же самое и у вас, но будет промокоды, которые... Ай-яй. Сейчас, ну, которые раздаются для подписчиков, блин, ну, дай бог, чтобы попасть, да, дай бог, чтобы я на тот аккаунт попал. Ну давай, твою мать, давай. Так, использованные промокоды, сейчас покупаю, посмотрим. Блин, не туда я попал. Не туда. Не туда. Блин, да что ж такое-то?
Ту-ту-ту-ту-ту. Блин, зараза. Ёпарный бабай. Ух, ребята, ребята, ребята. Туды твой налево. Не смогу я сейчас, наверное, зайти. Твою мать. Ты ж твою налево. Да нет, у меня... Тут два просто... Нет. А, это... Ой, подождите, да. Ну да, сейчас должен вот этот быть правильно. Опа. То есть я должен попасть. Да, все. Блин, попал. А почему первый раз не попал? Так, все, ребят, сейчас мы активируем промокод. Да. Сейчас я активирую промокод. Я надеюсь, не показывает мне в экране-то, да? А то сейчас все промокоды нахрен как покажу, блин. Будет весело. От это да. Опа. Набор блогера. Это будет очень весело. Не-не-не, ну нет, там не тот экран показывает. Да, правильно. А ты сейчас покажешь второй экран, будет вообще веселуха. Так, ладно, все, смотрите. Сейчас набор блогера должен мне прийти. Опа, сейчас, надеюсь, не надо перегружаться-то будет, да? Придет мне, да? Щелкните мышкой. А, что у нас здесь? Что у нас вот, почему у меня так тихо, кстати, игра идет? Или мне так кажется? Ладно, неважно. Игровой Ростелеком, понятно. Так, что мне пришло в письме? Вот, короче, вот это все у вас будет, но на 14 дней. То есть будет и монетки, и ЗМки, и вот это, и вот это, и вот это, и что только не будет. Но тут у меня на 30 дней у вас будет, и набор арсенал будет 10, а не 20. Короче, в промокоде содержится вот это все, но содержится на 14 дней. Так что заходите ВКонтакте, пишите в личку, и я вам расскажу, как получить промокод. Надо определенные условия обязательно выполнить. Промокоде просто так не даю. Так, что у нас по событиям? Ну, посмотрим, что у нас тут события какие. Золотая лихорадка. А, зайти в игру. Ну, забрать. Пум-п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 ум. А, лопатка. Ну, я практически не пользуюсь. Я не пользуюсь лопатками. Золотые монеты, звездные кристаллы, полный улет. Это что такое? Процесс. Заходите в игру и получаете термитную крабобомбу. Крабобомбу. Понял. Так, рассвет. Это у нас что такое? Осталось 117 дней. А, это девочку получить? Это, наверное, купить надо девочку. Колесом. Временем. Это что такое? Мамашка, лашка. Испытать удачу. А, нет, спасибо. Нет, вы что? Это я целую одну потрачу. Не хочу. Нет, не хочу. Не хочу. Ой, господи, столько событий. Опять. Вот это мне реально не нравится. Вот это постоянно ходишь и листаешь, 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 листаешь. Так, все, прекрасно. Замечательно, короче, я даже не буду все это вот прям сильно читать. Если кому-то интересно, ребятки, заходите, читайте. И все будет. О! Так, обмен. А у меня сколько? А, у меня 10. А, ну да, это тут надо заходить в игру. Ну, короче, прикольно, да. Сейчас мы будем заходить и будем получать всякие наградки. 5 уровня, вы получите 3 набора арсенал ядро. Так, тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Это все тут тоже понятно. У королев. Ух ты, ё-моё, красиво, конечно. Пиздец просто. Да ладно. Опа. А это что такое? Очки 2. А у меня сколько тут очков было? А я не понял. А где эти очки? Королева Ханна Барна? Это я ее забрал, что ли, типа? А это что такое? Это что такое?
по случаю помолвки Хана Барона подарил своей будущей жене в эту... Блин, как, блин, ребята, ну как же мне хочется, что вот эта вот игра долго-долго еще жила. Ну, блин, потому что вот так вот... Конечно, прикольно все вот это вот. Прикольные вещи. Меня, прикольно, очень меня. Интересно. Я точно-приточно справлюсь. Я искала величие. Мамашка Вашка. Воу. Мое настоящее имя? Это мне навсегда королеву Ханну дали. Я не собираюсь. Не бойся, я не буду обузой. Возьмешь меня с собой? Пробная версия, ну давай выбрай. Это будет твоя самая большая. Блин, прикольно, 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 прикольно. Вау, пробная бабай, сколько всего-то. Давайте, ребятки, ребятки, чтобы вам вечно жить в игре, потому что, ну, нравится она мне. Так, подожди, снайперка. Ух ты, снайперка наследие. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Пистолет. Ой-ё, дробовик. Ой-ё, холодное оружие. Ой-ё. Ну что, давайте возьмем что ли тогда все это попробуем. Выбрать. Давай. Куда? Куда? Нет, ну мы тут, мы без вип-карт пока бегаем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Давай сюда. Давай, выберем. Сюда же, пистолет. Пистолет. Ну давай. А какой я? Пистолета никакого нового-то не пришло, да? Не, никакого нового не пришло. Дробовик. Наследие дробовик. Блин, я, конечно, дробовиками не стреляю. Ау! Я дробовиками не стреляю, но... Ну ладно, хрен с ним. Хрен с ним. Кликлиматорные. Голографические. Я не стреляю дробовиками, но пусть будет. Так, а вот, кстати, скорость перезарядки. Опа, дробовик. Так, стабилизация. Контроль вертикальный. И стабилизация. Ну, давай попробуем, ладно. Блин, куда его положить-то, блин? Давай сюда, что ли? Окей, давай сюда. Пулемет не, нового не пришло, да? Пулемет вообще мои любимые. Пулеметы я обожаю. Пулеметы. Пистолет-пулемет. Наследие. Давай наследие тоже выберем. Выберем. ППшка. Наследие. Давай сюда. Давай. Давай пистолет-пулемет наследие. И, ну, давай тоже. Коллиматор. Кликлиматор. Вертикальный, да? Вертикальный. Скорость перезарядки. Стабилизация. Емкость магазин. Скорость перезарядки. Передвижение. Давай емкость магазина побольше поставим просто. Привет, Тони. Тони, сегодня обязательно. Вот сейчас я надеюсь, что я буду хорошо себя чувствовать. И обязательно пойду в КС-ку. Я еще просто поиграю пару часов и обязательно пойдем в КС-ку. Прям я прям очень сильно соскучился. Вот. Очень сильно соскучился. Прям хочу. Не знаю, как я буду играть, потому что у меня очень сильные боли. У меня, блин, пиздец, ты не писаешь, какие боли. Пиздец. Ну, вот считаешь, что тебя избили. Только ты постоянно в таком состоянии. Вчера, блядь, вообще пиздец, такие спазмы иногда бывают, как будто ты прям, знаешь, со всей дури там по почкам. Вот вчера вот мне в левый бок шарахнуло, блядь, это реально как будто тебе просто веслом по всей бочине со всей дури вдарили. Знаешь, какая боль была? Я даже не смог ни до туалета, ни давать никуда зайти. Я прям встал с постели. Пиздец, у меня такой спазм нахер. Я херак обратно упал, блин. Вот, только лежа в более-менее нормальном состоянии. Сижу на обезболивающих постоянно, блин. Вот, то есть держусь только на обезболивающих. Ну, это у меня и химия, и вот эта нервотрепка. Вот, все вот это вот повлияло. Вот, так, снайперка. Ну, давай наследие возьмем, блин. Так, ау, это что у меня такое-то? Да ладно. Опа, А это что? А, это Барит! Ху! Барит. Да, ну давай посмотрим. Магазин. Урон. Емкость магазин плюс 3. Урон плюс контроль вертикально. Емкость магазин плюс 3. Ладно. Ствол. Дульный тормоз. Глушитель. Урон при попадании в голову. Контроль горизонтальный. Давай контроль возьмем. И прицел. Коллиматорный, ну, трёхкратный, естественно. Вау, сейчас Барит возьмем. Сейчас возьмем Барит. Барит. Класс.
Так, ну и марксманская новая не пришла. Нет, о, какой-то волк. Блин, это я так давно не был, что оно пидец. Кстати, вот хопа, чтобы продать нельзя было, да? Так вот ставишь штурмовая и штурмовая наследие. Ну давай возьмем наследие. Джулио. А, Джулио я не могу дальше улучшить, да, пока? Ну да. Так. Это МЧМ. А, это МК. Ну, меня... подожди. Урон. Блин, не знаю. Я вот эти уроны в голову. Скорость перезарядки. Вот я лучше вот этот вот беру. Емкость магазина больше. Потому что мне всегда нахрен не хватает емкость магазина. Так, скорость пули. Вот что за скорость пули? Что она дает? А? Дальность, да? Дальность. Ну давай дальность попробуем, да, представить. И глагологофический, да? И стабилизация при прицеливании. Ага. И горизонтальное прицеливание, штурмовая, вертикальное. Угу. И стабилизация. Все. Все. Выбрать. Ну давай сюда поставим, да? Выбрать. Ну, естественно, тут мои любимые пулеметы. Больше в деревне никто не живет. Так, ладно, все. Отлично. Побежали. Капается, врачи что говорят? От чего такая боль? Не знаю, я вот сейчас к кардиологу зайду. Ну, это от... Во-первых, перенервничал. Там, возможно, у меня это... Ну, знаешь, есть аневризма, есть такие вот вещи. Они именно от перенапряжения, от нервного... ну, у меня очень нервотрепка была большая и связана и с лечением. Я переживал очень, когда мне... Ух ты, 30 арсеналов, ни хрена себе! О, давайте арсеналы крутанем. Набор особо опасный. Персонаж на выбор хищниц 3 дня, ловчий 3 дня. Ага, ну да. Так, это ладно. Короче, оружие, которое можно использовать в течение одного дня. Ну, все скорее на нервной почве, потому что, ну, химиотерапевт, онколог говорят, что нет у меня такой опухоли, чтобы она так влияла. А на нервной почве, так, 1040. На нервной почве я очень сильно понервничал. Я поэтому с работы ушел опять на больничный. Потому что я колебал, нахрен, так сдохнешь, блин, с этими, с ихними, блин. С этой работы их не долбанной, блин. Вот. Им насрать на тебя глубоко, блин. Вот. Просто глубочайшим образом насрать. Что с тобой происходит? Там давай план, херан, блин. Я говорю, пошли в жопу, блин. Ушел, а они сами в шоке были. А ты что, серьезно, что ли? Ты типа это? А ты на боль... Я говорю, блядь, я говорю, вы что, дураки, что ли? Я, блин, говорил, что я на больничную хожу. У вас что, как у вас со слухом-то было, блин? А вот. О, да, да. Да, там, блин, заикаться аж стали нахрен. Сначала типа, ой, ну не справляешься, иди на больничный. Я говорю, ладно, хер с вами, пошел на больничный. Потом в шоке были, блин. Как тебя, как так? Блин, говорю, ну вот так вот, ёпты. Вы же сами сказали мне на больничный. Вот я и свалил нахрен на больничный. Так, ну что, открыть падение. Не, давайте будем по одному открывать. Тогда сегодня будем лечить тебя нервной системой. Я поэтому, да, я... да, это, конечно. Да понимаешь, я был вначале, был как бы я это... Ну, вписывался там, причем вот... девчонка одна, начальница моя тоже. Она относилась к этому как бы с пониманием. И она мне пыталась облегчить там и работу, и все. Вот, состояние, чтобы мне полегче было... Она пыталась как-то, а сверху там начальство сказал, да срать, типа, на него пусть выполняет нас нормы и все. Ну вот, ну и все, и она тоже, типа, я вот, ну, видимо, со своей стороны тоже решила, тоже, типа, ничего сделать не может уже. Ну, как бы, да, не совсем от нее все зависит. Вот, да, я не стал дальше, я мог, конечно, повыше там прыгнуть там дальше. Там генеральному еще кому-нибудь пойти сказать, что охерели, что ли, блин. А я не стал просто думать, блядь, нахера мне эта нервотрепка нужна, пойду я на больничный. Мне тем более эти все врачи говорили, блин. То есть в любой момент приходи, мы тебе даем больничный и, короче, пока не выздоровеешь. А выздороветь я могу, блин, не знаю когда, короче. Вот. Да мне они сами дураки, блин, выписали тогда, старшая медсестра, блин. Уж что ты долго на больничном, блядь, ну это тоже ржака была. На следующий день звонит мне на мобильный.
Ой, мы вас по ошибке выписали. Ой, ты, блин, классно. О, смотри, аук. Ёпрный балабай. Аук сделали красивый. Ё-моё. Надо аугом пострелять. Ох ты, мох ты, пох ты, фох ты. Мне нравится. Да он был только магазинный серый. А мне аук очень нравится. Клунишка, здорово-здорово. Ой, ты, сколько у меня этих пулеметов-то. Бляха-муха. Слушай, мне выпадет или опять мне только гарантированно выпадет? Это, блядь, ну, пиздец, ржака меня заколебала. Вот смотри, сейчас 34 арсенала, а у меня 39 гарантированно. И мне не выпадет из этих 34. Не выпадет на 39. То есть еще 5 арсеналов надо быть. Бля, ну жопа какая-то просто. Это закон подлости. Это знаешь, какой круг уже? Сколько я уже арсеналов навыкручивал? Ну, потому что мне же тоже как блогер там дают постоянно. У меня их много. Я кручу, и мне все равно выпадает только гарантированно. Вот смотри. А ни хрена, блин. А ни хрена. Жопа. Ни хрена, смотри. Бля. Ребята говорят, у них выпадает там по 2, по 3 вот в промежутках. Ну, там на каждой 50-й 100% типа. Они говорят, ну, у нас по 2, по 3 выпадает за 50 штук. Я говорю, нет, а у меня вот только гарантированно выпадает. Все, вот смотри. Причем Аленка, когда крутила, у нее реально выпало, блин, это тоже 2 там выпало. Почти подряд. Хер. Ржака, блин. Ржака. Реально ржака, блядь, это просто пиздец. И это издевательство, насмехательство какое-то, блин. Смотри, все, 5 попыток осталось. Вот на 5-й выпадет. Ну, блядь, это просто ужасно. Ухахатывалка, блин, просто нахрен. Вот. С работы, да, мне многие сказали, какого хера ты вышел. Ну, я, может, и не входил, но вроде думаю, ладно, там, ну, денежку заработал, вроде ничего. Вот, хрен с ним. Звездный куб, открыть набор арсенала. А, что? Звездный куб, я не понял. Здесь... Да хватит ты лаять, хватит лаять. А что это за звездный куб такой? Ох, сколько, ой, сколько, ой, сколько всего наплевали. Во-во-во, вот это вот мне нравится. Надо будет его... Ой, ты моя лопусечка, да что ж ты, блин, пойдем, мы вот с этими... Тоже смотри уже, сколько времени, блин, 22 минуты, а я еще в игру не вошел. Ты, говорю, ты блин, вот эти все обновы, вот, по сути, блин, ты не успеваешь играть. И вот люди заходят, опять же, почему людей в игре нет? Ну, потому что они опять вот этой херней занимаются всей. Знаешь, вот это все смотрят, блин, чего там внутри. Вы найдете либо звездный атлас, либо звездный маяк. Что это, блин? Что такое звездный атлас? И что это мне даст? И нахрена оно мне нужно? Звездный маяк. Что это такое? Один из набора... внутри вы найдете от 1 до 5 наборов арсенал. Ух! 1, 2, 3 набора. Твою мать! И, короче, надо открыть. Вот опять, мне не выпадет. Не выпадет, смотри. Вот только гарантированно. Вот смотри, 3. То есть мне осталось 5. Да? Нихера не выпадет. Смотри. Опа! Только на 5-й выпадет. Только на 5-й. Только на 5-й. Только на 5-й, я же говорю, бля. Все. Нет, бля. Это тухахалка вообще, бля. Он же должен тебе, по сути, ну, в промежутках выпадать. Не, хз. По всей морде тебе, Леха. Всем, но не тебе. Понял? Так, что у нас тут? Ну, зверобой нет. Классика. Что у нас тут на классике? Найти матч. Фу, кстати, говенно сделали. А, ничего, девочка прикольная, кстати. Есть у нас тут кто-нибудь из друзей-то? В матче. Так, Афи... Федер... Жигала. О, Жигала. Шадо Мун. Тоже из 81-го. Семеро. Королевская битва. Ну да. Ну ладно, семеро. Так, а чё, ну, блин, подрыв командный бой. Вот тоже, смотри, должно быть раз, два, три, четыре, пять, шесть еще каких-то, это, причем шикарные они были. ХЗ, нету их. Так, это у нас чё? А, подрыв, да? Так, командный бой. Аванпост, Звериный клык. А, ну все, кроме этого, да? Я все выбираю. Да. Все, кроме Южного полюса этого дурацкого. Так, ну что, пойдем, ладно, пойдем постреляем, пойдем посмотрим, что там. Так.
Ксирирг 8. Добрый вечер. Какие условия для промокодов? Вот могу, конечно, подробно озвучить, но только внимательнее, потому что ребята, блин, потом ошибаются. Заходишь на YouTube канал, находишь 20 видео по Battle Teams 2. Любые, короткие, стримы, любые. Просматриваешь по минуты просмотра на каждое видео. Ставишь лайк, подписываешься на канал, ставишь на каждое видео лайк и пишешь под каждым видео комментарий. Потом в личку ВКонтакте присылаешь мне ник свой в игре Battle Teams 2 и ник, с которого ты писал комментарий и смотрел, соответственно, и подписывался. Ну, который у тебя YouTube ник. Ну, чтобы я мог удостовериться, что да. Посмотрел, там подписался и поставил там комменты. Комменты, только комменты открытые, пожалуйста, потому что по ссылке ставят комменты, и они в результате их никто не видит, блин, кроме меня. То есть комменты именно не по ссылке, а комменты открытые ставьте. Вот. Все. И, в принципе, промокодик. Вот по промокоду получать там кучу барахла на 14 дней и 10 кейсов арсенал, там золотые монеты. Ну, там много. Нормально такая. Вот. Шамандный бой. Изи, это что означает? Не, ну, ребята, блядь, мне нравится, как халяву хотите. Красавцы. То есть блогеры, стримеры, блин, охеревают, видео режут, ведут стримы, все. А эти тупо не могут, блин, представь, сколько времени тратят. А эти не могут просто, вот мне тоже многие, ой, дай так, зашибись, блин. То есть стримеры, блогеры, реально это работа, это похота, блин, пиздец, нахрен, пашут. А это просто не могут зайти и посмотреть тупо, блин. Блин, ну это же так, надо же так лениться. Вот как так можно таким ленивым быть? Я не представляю. Легко, значит. Ну да, а что сложного? Я считаю, легко. Я считаю, ничего сложного вообще нету. Ой. Ну, как бы, люди же заходят на стримы, да? Блогеров, стримеров там. Вот. И зайти... Опа, блин. Ай-яй-яй-яй! Блин, да ё-моё, взяли и убили меня нафиг. Я не понял, это легко значит знак вопрос? А, нет. А, утвердительно, да? То есть значит легко. Ой, ты блин, я в другую стрелял. Так. Ладно, блин, коллиматор, наверное, все-таки интереснее будет. Блин, что-то у меня как-то это... Так. Чё, коллиматор ставить, да? Вижу врага. Опа. Смотри, как я умею. Так, идём. Ну чё, где у нас? Где у нас вражины-то, блин? Где вражины? Ну и? Придут? Да, должны прийти. Ну давай. Ты в прошлый раз жопы забежали, прикиньте, бежали нас, там забрали за балкон и с задницы прибежали. Это вообще весело было. Блин, чувак не дает. Главное, комментарий хороший оставит. А то он не засчитает. Не, положительный, естественно, комментарий. Не то, что ты там говно, иди в задницу. А положительный, конечно, комментарий ты должен быть. Ай-яй, естественно. А то, блин, напишут там какую-нибудь гадость, блин. Не, ребят, только, исключительно только положительные комментарии. Ну давайте, выходите, ну. Выходит утром на балкон король оранжевое лето. Берет гитару в руки он и целый день поет куплеты. Ту-ту-ту-ду. Он дарит девушкам цветы, он дарит песни и улыбки. Ой-ой-ой. И, подожди, а вот это вот вообще увеличивает? Ну-ка, стоп. Пэч даун. А этот. А, ух ты, тоже уменьшает. Ух ты, ёх ты, мох ты. Ух ты, ёхты-мохты-мохты, он тоже уменьшается и увеличивается. Какая красава! Ой-ой-ой, ой-ой, и он тоже... Ой-ой-ой! Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру, мне нравится. Ту-ру-ру-ту-ру-ру-ру, король оранжевое лето. Зеленоглазый мальчуган, фонтаны ультра... Блин, немножко, блин, немножко не добил своего снайпера. Так что давайте, заходите, ребятки. Враг убит. Вообще, блин, вот за деньги даже народ предлагал купить, блин.
Так, а подожди, а что у меня там вторая пушка-то какая? А, нет, у меня тут бита. А, о! Ух ты, барит нахрен, нихера себе. Ой, да блин, нихера себе. Король оранжевое лето. Блин, нихера себе. Оу, барит, блин. Вау, барит. Нихрена себе. Ух ты, блин. Нихера себе. Я на это, на изи, блин, попал. Давай. Твою мать, блин, с другой стороны. Ладно, чувак. Я знаю, где вот там сидишь за кустиком. Это мое любимое место. Вон там, блин. Где? Враг побеждает. Смените тактику. Опа. Бля, барит класс. Таким звуком еще. Я, конечно, мало настрелял нахрен. Но все равно прикольно, блин. Блин, я забыл рекламку бросить. О, что-то пришло еще. Ну, я сегодня, наверное, это... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Фонтаны ультрафиолета. У меня последняя... Это последнее время у нас Алекс Колдунишка обленился совсем вообще, блин. То он заходил, что-то там писал, что-то тут тю-тю-пу-тю-пуськи. Сейчас просто заходит, привет, и уходит. Обиделся, наверное. Обиделся. Вот. Так, обиделся. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Так, что-то я еще тут выполнил. Бля. И вот лазишь по этим заданиям. Блин, ну почему сразу не давать? Вот что тебе надо, в принципе, по большому счету... Кубик. Играть. Давай, брось. Бросил? Нет, брось. А играть и все, и я исчез. Так, а что у нас там? Да херу я еще настрелял. Да я вообще сейчас плохо сегодня стрелять. А, ну 1.36, ничего так. Хотя бы в плюсе. 15.11. Ну хотя бы в плюсе был. Демон. Демон Мора. Ой, тоже ничего. Хотя бы плюс, слушай, не хуже, чем вся остальная команда, блин. Король оранжевый летом. Зеленоглаз. Истеричка, блин. Ларина Алинда. А, прикольно. Анимус. Анимус, анимус. Не, сегодня Тони, прям вот, ну, я говорю, если прям что-то ординарное, если мне совсем херово не будет. Обязательно, обязательно. Я даже сейчас хотел в КС-ку, но, ну, не знаю, ну, нравится мне все равно, хочется в это поиграть. Ну, просто потому что реально тупо мне... О, привет, 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 народ! Здорово-здорово, мы на стриме у художника. Если кому-то нужны промокодики, заходим, блин, ко мне в личку, пишем, я скажу, как вам получить информацию. Ой, промокодик. Пишем привет, привет, хочу промокод. И я вам расскажу, как его можно получить, промокодики от администрации. Промокод для подписчиков. Так, ой, нет, подожди, вот. О, блин, нет, это не, это промокод, а он уже активирован, так что бесполезно. Так, ай-яй-яй-яй-яй, подожди, блин, ай, стой, стоп. Ну, даже если кто-то увидел, то там бесполезно. Я уже активировал. Так, стоп, я не то, вот это вот. Ай-ай-ай-ай, вот так вот, Ctrl, C. Да понял я, блин. Сейчас мы стоп. Не-не-не, у нас вот еще самое главное. Опа. О! Сейчас интересно, как среагирует. Нет, сейчас скажет. А, блин, заколебал, да нахрен со своей рекламкой. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. С другой жопы мне пришли. Блин, где-то он стоял вообще непонятно, блин. Тихо, девочка. Опа. Это блин. О, истеричка. Как она орёт-то истерично. Так, ну чё, давай. Мы сейчас баритом попробуем, да? Ухерачить. Давай попробуем баритом. Ну-ка, стой. Сверху, сверху, сверху надо баритом. Выслеживать.
Блин. Ёперный бабай. Где? Где, 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 где? Где? Где же? Где же, где же, где же, где же? Барба. Цуца. Блин, ты что ты? Нахрен. Да как так, блин? Да блин! Да блин! Ой-ой-ой, упал! Ай-ой-ой! Ой, меня тут пролетело, блин! Зараза, блин! Меня тут уже пролетело. Блин, ну ведь по башке же стрелял же, блин. Бля, да что ты? Блин, наконец-то, блин. Поймал. Ой-ой, вообще через жопу прибежали. Да вы издеваетесь, что ли, нахрен? Ребята, блин, нам в жопу прибежали. Вы что? Это как так? Это как так можно? Я там, блин, расстреливаю их нахрен на респе, а вы в жопу даете прибежать. По-моему, жбарит, стреляет в любую, блин, точку. Ай-яй! Ай, сука, пришла, блин. Так, кто там, кто кого? Ну и выходи давай, девочка. Где ты там? Так. Минус один. Противник должен быть рядом. Где? Блин, убили ее. Зараза. Зараза, блин, убили девку. Блин, да что ты? Да что ты? Блин. Опа, блин, стеклышко ни хрена не защищает. Оно, я думал, оно бронебойное какое-то, хрен-то. Победа почти у нас в руках. Да, 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 почти. Опа. Тихо, тихо, тихо. Блин, там ползком, что ли, ползает? А я не понял. А, нет, вот так. Враг убит. О, блин. Где? Ай-яй, 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 ай-яй. Нашли меня. Нашли, сволочи. Ладно. Мы сейчас вот здесь вот, барит тяжело, конечно. Блин, ну я переключаться, долго переключаюсь, поэтому я сразу предпочитаю. Опа. Ну-ну, где? Где? Блин, где? Твою мать, все, победили, блин. Я так не стрелял. Добрый вечер. Какие условия для промокодов? А, ой, блин, это я уже прочитал. Это я уже прочитал. Так, ну что, мы побежали? Король оранжевый, лето. Стоп. Погодите, у меня звук, что ли, выключен? А почему я не слышу никого? У меня, может, там звук выключен? Опа, ой-ой-ой. Марсенапской, снайперской. Ха, блин, смотри, сколько бабла-то я тут забираю. Я забираю, 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 забираю. Так, у меня звук-то там настроен вообще? Настройки, звук. Звук, 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 звук. Так. Чё-то мне кажется, что это тихо. Или это у меня в наушниках так тихо? Ладно. Ладно, хрен с ним. Стоп. Погодь. Не, можно вот здесь проверить, да? Ну да, реально, что-то тихо почему-то. Почему-то игра тихо. Я бы не сказал, что прям так сильно тихо, но ну, тихо, да. Давай погромче еще сделаем, да? Так, ну, побежали. Побежали дальше? Дальше побежали. Прибежали, никакой очереди. Подходи, бери, блин. Давай. Ох, а давай попробуем на рейтинг. Сейчас меня там промутюгают. О, забрать, кстати. Забрать. А мне остался там один кейс, что ли, да, крутануть? Ух ты. Да ладно, сколько я... Это командный бой, да, подрыв? Тоже забрать?
Опа, сейчас я... О, сейчас еще один арсенал куплю. И будет мне счастье. Два. А мне как раз там надо... Опа. Да ладно, откуда столько бабла-то? Ой, сколько бабла. Ой, сколько бабла. Так, ну что, подрыв? Командный бой? Ну, командные там вообще какие-то отмороженные ребята. Непонятные, блин. Подрыв тоже. И хрен найдешь, на самом деле. Так, 770. Ну, сейчас попробуем. А вдруг? Так, 770. Это у меня... стоп. Пью. О! Купить. Вот сейчас мы из арсенала выкрутим. О, ребята. Сейчас будет счастье. Сейчас будет счастье. Сейчас я стопроцентно выкручу из арсенала, блин. Так, арсенал. Ну, у меня две попытки осталось. Не успел. Квартал. Блин, говенная карта. Не нравится она мне. Вот, убийца мам. Это, конечно, ник. Пиздец, это вот наш себе такой ник. Дайте. Блин. Я не представляю, вот что у человека в башке должно быть, чтобы такой ник себе дать. О. Без понятия. Так, ребят, еще раз напоминаю. Подрыв. Раздаем промокоды. Так. Здесь что у меня? Блин, здесь. Ну, здесь вообще пистолет, пулемет. Магазин пуст, перезаряжаюсь. А давай вот так вот сделаем, да? Оружие к бою. Опа. Опа, блин. Стоп. Опа. Так, ну что, побежали? Я вообще эту карту нихера не знаю. Ну, как бы я в нее играл, там один раз, пару раз было. Вот, ну, в принципе, нихера не знаю, что она из себя представляет. Я тебя прикрою. Вообще нихера не знаю. Вот сейчас прилетит. Блин, это свои, что ли? Сейчас свои раздолбаю своих. Есть, в жопу уже прибежали, блин. В следующий раз мы возьмем реванш. Нехило они так нас раскатали нахрен. Ладно. Блин, да вообще пиздец. Готовимся. А куда ты так побежал-то лихо, блин? А, чувак, ну все, пиздец нахрен. Блин, я вот, я даже не знаю, где тут кто. Твою мать, блин! Хрена себе! От бедра вообще не херачит, что ли? Ни хрена не стреляет, блин. Вообще пиздец! Смотри, вообще от бедра не стреляет. Вообще просто. Так. В следующий раз мы Охренеть, возьмем реванш. Блин. Зараза. Как они нас лихо раскатывают, да? Я буду рядом. Карта, конечно, скудная, блин, пиздец, нахрен. Мне вообще, я охереваю с этой карты. Противник обнаружен. Иду следом за тобой. Кидаю гранату. Так, тихо. Мать вашу, да как так 98, бля? 98, сука, да что ж такое-то, бля? Пиздец просто нахрен. Последний противник. Добейте 98, бля. Бомба у нас. Эпическая сила, бля. Просто охреневаю, бля. Вообще пиздец, бля. 87, 98, блин. Цель достигнута. Молодцы, красавцы, блин, добили нахрен. Ну ладно, хрен с ним. Оружие к бою. Магазин пуст. Так. Я на 6 часов. Ну что, побежали? Так. Бросаю чего? Светошумовую! Чего? Кто там кого, блин, так хает? Так, ну что, побежали. Угу. Сейчас девка отсюда должна выйти. Сто пудов нахрен. О, ты, блин, тихо. Опа. Сейчас жопу выйдут.
Блин, я так засел нехорошо. Ох, нехорошо я засел. Да блин, да что ж такое-то, блин, вообще ни разу не попал. Блин, пиздец просто, блин. Пиздец просто, блин, просто пиздец. Господи, блин, ну надо же так нахрен друг друга хаять, да. Блять, вот смотри, неужели только с коллиматора можно тут убивать? Вот это, блин, вообще жопа какая-то, блин. Смотри, вот с коллиматора убьют. Смотри. Блин. Ну чё, коллиматор берем опять. Ну это кошмар, блин. Да я сколько играю, блин. Сколько играю, только с коллиматором, блин, убивается. Зачем все остальные прицелы тогда нужны, вообще не понимаю, блин. Если тут только с коллиматоров играется, блин. Вним, противник, пора выдвигаться. Иду следом за тобой. Зачем? Блин. Кидаю гранату. Так. Блин, у него бомба постоянно, не обратил внимания? Я под огнем. Вижу противника. Прикройте. Цель убита. Назад. Блядь, блин, огнем меня захерачили, да? О, блядь, спалили, пиздец. Пиздец, жопу спалили нахрен. Жопу спалили меня, блин, нахрен в задницу, блин. Все, спалили капитально. Тут я так понял, один я тройной держу, да, другой коллиматорный, блин. Два пулемета, блин. Один коллиматор, да, другой. Они вон как ходят. Блядь, я урон нанес такой хороший, блин, между прочим. Да, 322, убил только одного, блин. Смотри, вот это просто пипец. Урон? Не силы, кстати, вот как это, четверых, блин. Подбирал кто-то за мной, да? В следующий раз мы возьмем реванш. Да многие он. Ой, а чувак, он меньше, а девятерых убил. Забирает красиво, блин. Готовимся. Так, ну что? Так, 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 блин, карту ни хрена не знаю. Осторожнее, враг рядом. Цель устранена. Берегись, зажигательная. Опа. Так. Да блин, да как она так нахер херачит сразу? Блин, херак сразу в голову, блин. А не херак выходит и сразу по башкам бьют, блин. Как так нахрен? Я вообще хереваю просто, блин. Блять, все такие это. Да, фору молодым, блин. Да я бы не давал нахрен. Да они выходят, вон сразу хоп, в наново, оп, по башкам. Фигачит. Она с этой лизинги постоянно выходит, блин. Да это бесполезно, я пытаюсь поймать, а она сразу по башке бьет. То есть там вообще без шансов. Вот даже сейчас сесть, попробовать, блин, поймать. Хер поймаешь. В следующий раз мы возьмем реванш. Реально хрен поймаешь. Пора выдвигаться. А я не понял, откуда у меня. Я тебя прикрою. Это что за глюк такой? А, ну да, правильно, у меня пулемет. А, ну да, пулемет мой. Так, тут еще и меняется. Да? Понял, блин, мы еще и поменялись. Бомба обнаружена. То есть мне еще и полная жопа тут вообще, тут еще. Еще и обмен будет сейчас. Последний противник. Да? Добейте его. Че, поймали, что ли, всех? Ага. Здесь бомба. Отличная работа. Да ладно. Нехило так всех раскатали. А че до этого так не играли? Блин, а с этой стороны я вообще нихрена не знаю карту. Не-не, я пойду со всеми. Я пойду со всеми, со всеми, со всеми, со всеми. Так. Со всеми. Где все? Опа. А куда установили? А, в точку А, да? А хз знает куда. Нет, точку Б поставили. А, в точку Б, бля. Ёпта. Блин. Блядь, нихера.
Бля, я не понял, в какую точку поставили. Пардон, ребят. Пиздец просто, блин. Блин, где вообще точка-то нахрен? Бля, где эта точка, ёпта? Где точка бета, блин? И... Ёпта. А, бля, не мы же точку устанавливаем. Мы же не мы же устанавливаем. Пиздец. Блядь, вообще непонятно. Мы вот-вот проезжаем. Вообще жопа какая-то, блин. Да ну нахрен, не могу я на это, блин. И не показывает, какую точку, блин, устанавливается. Блядь, ты вообще хер поймешь нахрен. Блин, где? 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 Так, где? Бля, бомба где-то у нас там. А где она у нас? А хер его знает, где она у нас. А хз его знает, где эта бомба. Чего? Чё, ребята, вы чё, блин, сдаётесь-то? Не надо сдаваться, блин. Мы ещё сможем. Сейчас ещё кто-нибудь меня зарежет, это обязательно, бля. Это обязательно меня зарежет. Чё? С4 установлено. Вот куда она установлена? В Б, в А? Бля, куда? Бля, куда? Где? А, вот, ага, да? О, сейчас меня тут уже будут ждать. Ой. Ой, блин. Ну. И где точка А? Хер-то. Блять, точки А в точке Б. У его знает. Ну все, вот он, блин. Сидит, блин. Да ну жопа, блин. Да ну нахрен. В КС, кстати, добавили функцию. Теперь, когда же сжимаешь бросок гранаты, появляется прицел, чтобы можно было четко кидать гранату. Да, а по-моему, был такой, нет? Нет? Серебро 5. Да в жопу, блин, серебро. Да ну нахрен. А не могу я, блин, эти нахрен. Вот тут хоть с ума сойдешь нахрен. Короче, так. Стоп. А, вот здесь, да? Ой, ни хрена, только с коллиматорных, блин, стреляет. Все, вот только с коллиматорных стреляется. Только с коллиматорных, блин. Видишь? Вот ставишь коллиматорные, еще более-менее идут. Опять же, зачем тогда все остальные, если только коллиматоры тут стреляются, блин? Я не понимаю этого. Вот каждый раз, блин, у меня загадка нахрен. Не пойду я нахрен ваш рейтинг долбанный, блин, там в задницу, блин. Там такие крутые, блин, ребята, нам с ними не тягаться. Был, а в CS:GO был? А, да, ну я помню, что-то такое было, ты хопа, и там точка появлялась. Во втором не было, да? То сейчас есть. Не, пойдем мы нахрен, не везет нам там. Не знаю, как-то... У меня такое ощущение, что то ли в КС-ке более адекватно, вот это прицел, стрельба. Там заходишь, вот просто такое ощущение, что в каких-то играх надо именно задротить, то есть надо понять, как она по-дебильному стреляет. То есть вот как там наводится, все. И тогда ты только, если ты жуткий задрот там, короче, и понимаешь, да, то ты можешь уже стрелять, играть. А в КС-ке ты заходишь, и даже не профессионал, вообще абсолютно полный чайник, блин, у тебя все равно получается. И такое ощущение, что только в КС-ке действует, блин. А во всех остальных надо реально, блин, там, пиздец, нахрен, жопу рвать. Блин. Наконец-то, блин. Пиздец просто. Твою мать. Хрена она там, блин, с этой огненной херни, блин, всех херачит.
херачила. Ой, ё-моё, пипец просто. Смотри, что творится-то, блин. Ух ты, блин, пиздец просто, что творится. Блин, пиздец, что творится. Просто пиздец, что творится. Вот она, командная ага, работа. Вот она, командная работа, она, блин. Враг побеждает. Опа. Так, откуда сейчас выйдут? Интересно, блин, откуда ждем? Откуда ждем? А я здесь, блин, со всех сторон нахрен прикрываю, как бы, типа. Вот сейчас отсюда придет. Нет? Да, точно. Вон они. Вон он, блин. Вон они сейчас отовсюду, блин, нахрен идут. Не сбавляйте обороты. Опа, давайте, выходите, 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 выходите. Сейчас здесь будут точно, блин. Сейчас пойдут. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну давай, мать вашу. Блин, да что ж, блин, гиги, долго я ждать-то буду. Твою мать. Бля. А, крындец просто, блин, крындец. Блин, как? Вот как они так, так умудряются попадать? Вот я, блин, вроде сейчас выпустил, блин, целую очередь. Вроде типа прицеливался нахрен. Хер-то. А там народ умудряется херачить только в путь, блин. Вот только в путь, блин, умудряются хреначить, да? Блин, что-то... Точку коллиматора поярче, блин. Да? Бля, там вообще пиздец просто. Просто пиздец. Жопа какая-то с той стороны. Ой, ты ё-моё. Она выглядывает, блин. Вот они прям пиздец знают. То есть она выходит и знает, что я уже за углом. Я даже не стрелял. Откуда знает, что я там уже за углом стою? Я даже выстрелов не делал. Ёпарный бабай, пиздец просто тут нахрен, что творится, блядь. Я под огнем. Ну я говорю, такое ощущение, что тут читерастов уже, блядь, толпа. Не зевай, я перезаряжаюсь. Все разными-разными щитами пользуются. Всекобразными. Да? Блядь! Я под огнем. Хренак по башке сразу. Опа. Опа, блин. Опа. Как? Опа. И все, и сразу по башкам. Где-то как в этом. Не знаю, вот что надо. Античит надо вводить. Капитальный, блин. Причем. Я за тобой присмотрю. Враг рядом. Я на мушке. Капитально тут... О, блядь, смотри, опа. Пиздец просто. Да у меня еще и не хватает реакции вовремя этот коллиматор включить, блин. Они, хоп, сразу включают коллиматор и пошли стрелять, блин. Давай, мне... Вот, блядь, вот куда? 83. Куда стрелял? А хз его знает, куда я стрелял. Куда я его стрелял? Вот хз его знает. Притормозите, у нас потери. Меня зацепило! Куда вот, куда? Вот они стреляют, бля, херак очередью выдал. Вот она херак меня убила, блин. Я с нее 24 снял, блин. 24, блин. Она меня убила. Не знает, как это. Я не знаю, как это делать, блин. Не знаю. Блин. Не знаю, как это все делается у них тут, блин. Пиздец просто, блин. Блядь, стой. Ой. То есть, я продолжим. Без понятия, блин. Ну, просто жопа просто. Ну-ка, стой. Кидаю гранату. Где? Ой, да ёпта, отсюда прилетело. Ладно, хер с ним. Как по мне. Погружение больше, как по мне. Ну, в КС более чувствительная стрельба. Там и звук, и отдача. Вот я смотрю, тут вообще будто из картона стреляешь. Ну, тут, да, вот как
Не знаю, блин. Блядь, как-то, блядь, непонятно тут вообще все это. Вон и жопа прибежали. Одни херачат прям вообще пиздец просто. Другие вообще, вот, блядь, вроде то же самое. И берешь и вот эти вот, и пушки, и все, и прицелы берешь те же самые. И все, только тебе жопа. А они нахер херачат, ходят, блядь, одного за одним кладут просто, блядь. Вообще не задумываясь, блядь. А ты что не делай, у тебя все равно хер попадешь. Вот он, блин, хоп, вышел. Вон он, блин, хоп, со снайперки меня нахрен. Не сдаваться, надежда еще есть. Враг побеждает. Поэтому как-то, не знаю, мне там как-то больше нравится, блин. У меня там, у меня там получается, вот, блин, херак нахрен вышел, в ногу мне попал, блин, все. Вон, как он, его, блин, пиздец просто, блин. Да ну нахрен. Я тебя прикрою. Кстати, кому нужны промокодики? От администрации для подписчиков. Очень хорошие промокодики. Заходим, пишем ВК. Нашего убили. Мне ВК. Блять, вот тут даже от бедра хер попадешь вообще, блядь. Враг побеждает. Нужно переломить ход боя. Реально, нереально от бедра попасть. Враг рядом. Блять, пиздец, из пулемета нахрен. Ну да, и то, что вот они... Тут вообще ни хрена юнитов не видно, блин. Это вообще жопа какая-то. Вот опять. И коллиматор этот долбанный, и все, бля, пробую. Жопа. Ничего у меня не получается. Двойные я пробовал. Двойные у меня там как бы... Да я уже какие только не пробовал, блин. Мне говорят, там, давай из этого... Да. Вроде двойной шел более-менее нормально еще, да, там. Ну, все равно, блин, как-то они, блин, все равно неадекватно стреляют. У меня такое ощущение, что, блин, все равно они неадекватно стреляют, блин. По-любому, блин. Блин, я не знаю, что там в отряде сейчас идти. Пошли, ладно. Какой ранг? Здравствуй. Здрасте, здрасте, здрасте. Ребята, я очень плохо играю, вы зря меня позвали. Ой, девочки, точнее, даже. Да, это девочки. Здрасте, здрасте. Какой ранг? Не пойму, золото, что ли? У меня, сейчас, смотря где, в командном или подрыве? На рейтинге. Золото? Нет, подрыв серебро 5. Да я мало играю рейтинг. А у вас какой? А у вас какой там ранг? Да нет, ничего, я просто позвала одного человека, оказывается, у него серебро. А, ну у меня мы тоже... Мы не сможем вместе запуститься. У ну ладно, Алексей, серебро. Всего доброго. Да, давайте, пока-пока. Так. Девчонки вон фигарят, смотрите, блин. Приятно, девчонки играют, блин. А вот здесь тоже, блин, ну ладно, давай второй, что ли. Давай второй попробуем на двойном. Давай на двойном попробуем. Везде. Вот это я, правда, не знаю, зачем они у меня тут два на двойном. Ладно, хрен с ним. Не набивают тут. Как они там набивают? Я хз знает, блин. Как они набивают, умудряются, блин. Как они умудряются вот это все там, блин. Ой, это, ну, знаешь, это у меня как кроссфайр. Я сколько не играл, блин, у меня нихера никак не получалось, блин. Ну, то шло хорошо, то я там, блин, херачил, блин, там чуть ли не асом выходил. То ни хрена, блин. Как? Я не понимал. Ну, я не понимал связи, то есть от чего зависит. Вообще не врубался, на. В КС-ке там как-то вообще понятно, блин, да? То есть выходят ребята такие крутые, там все понятно. Выходят такие-то где-то на твоем уровне, все. Там прицелился, попал. Ты, блядь, очередь даешь, вот сейчас очередь дал. 24, она меня убивает, я 24, блядь. Как? Непонятно, блин. Это абсолютно неравноценный какой-то урон, блин. Как он проходит, вообще не ясно. Ну, просто КС-ки ты чувствуешь, да?
там 2-3 попадания, грубо говоря, и ты в него 2-3. Ты теряешь до хрена и немножко его добиваешь. Тут, блядь, иногда 0, то есть в упор друг друга стреляешь, ты 0, он тебя убивает. Причем даже иногда, блядь, ты в спину начинаешь стрелять, блин, уже. Он разворачивается, прицеливается, тебя убивает. Это вообще как, блядь, получается? Это я вообще в шоке. По-моему, в КС-ке, по-моему, вообще такой херни не получается. То есть ты уж вышел, если ты кому-то в спину выстрелил, то все, до свидания. Так, ладно, все. Я эти рейтинги, мне вообще нахрен просто вот, никак не прут. Лучше пойти в это поиграть просто. Просто подрыв какой-нибудь. Вот здесь подрыв побегать. А главное, что самое еще гадкое, нету мяса. Вот чего в КС-ке очень классно. Там мясо на картах, на которых ты играешь. Потом подрыв. Вот это, конечно, шикандосово. То есть ты вышел, потренировался, побегал, изучил карту, изучил там выходы, что где там, всю ее поизучал, блин. Это мясо, то есть не мясо даже, а выживалка одна, подрыв совсем другой. Ты на этих стреляешь картах, вроде там выходы, все изучил. Туда подход, туда заходишь, вот как сейчас на этой. Вот я вообще потренировался бы, да, на квартале, например. Блин, ну ты даже карту не знаешь. Тренироваться как? Выходить одному? Это же идиотизм. Блин, ну реально, вот как перед... Вот во всех отношениях игра классная. Только вот немножечко графику подправить. Вот смотри, все, уже народу нет. Нет, пошло, что-то нашло. Немного графику подправить, чтобы юнитов было видно. Сколько говорили им, блядь, сделайте точку подрыва, чтобы было видно. Я захожу на точку, а вот сейчас, да, обратил внимание, там она мигает, что нет на ней. Тут бегаешь, причем, блядь, я один раз забежал, посмотрел, все, нету. Она где-то там, блядь, в уголке найдешь. То есть ее надо все обыскать, все жопы, чтобы, блин, понять, что там реально ничего нет, например. Да? О, здорово-здорово, народ, привет. Так, мы на стриме у художника. Если кому-то нужны промокодики для подписчиков, пожалуйста, заходим в ВК, пишем в личку, объясню, как получить промокодик. Так, так, ну что, сайгой, что ли, постреляем? Блядь? Ну давай попробуем. Блядь, это сайга у нас, да? Опа, вот, блин, с двойного еще более-менее... Более-менее, блин. Мини-более. Опа. Вот двойной более-менее идет, блин. Точку, конечно, плохо видно. Ну, блин, ну я как-то с него, блин, что-то делаю. Опа, блин. Опа. Опа, блин. Опа, блин. Ой-ой-ой-ой, блин, прибежали, никакой очереди, подходи, бери. Так, а что у меня там во второй-то? А, у меня вот этот сайга как раз, да? Блин, это сайга у меня с этого, да, с коллиматора. Хрен да, блин, дробь вообще жопа какая-то, блин. Да, дробь вообще жопа. 6? Я 6 снял? Я 6 снял? Охренеть, это что за дробь такая? Победа близка. О, наконец-то, блин. Ой, да, блин. А, ну да, 20-ка снимает за раз. То есть надо 5 выстрелов сделать. Ладно. Окей. Ой, кого-то убил ненароком. Ой-ой-ой. Дробь вообще зверь. Я, все, пиздец. 80-46. Короче, берешь, блин, и в толпу нахрен, и херачишь, блин. От бедра прям. От бедра, от бедра, от бедра. От бедра, 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 бедра. Ну-ка, с барита, попробуем. С барита. Так, где барит у нас? Опа. Ой, блин. Ай-яй, с жопы пришли. Блин, сука, жопа не прикрываю. Ладно. Магазин пуст. Перезаряжаюсь. Бросаю гранату. Враг побеждает. Смените тактику. Где?
Где? Ну чё? Удержим тут, да, позиции? Ай-яй! Зараза, блин. Вот, блядь, пиздец. Ой, от бедра не попал. Понятно, блин. Ау, откуда? О, красиво. Ага, понял, блин. Так. Откуда, блин? Да ёпарный баба, ты чё вы шёпота не держите, да? Охерели, что ли, вообще, блин? Ну я чё тут везде, что ли, за вами бегать, блин? Везде вас, что ли, блин? Прикрывать. Вот так вот. Будем враг побеждать до конца. Смените тактику. Опа. Возмездие. Я под огнем. Опа, блин, тихо. Ай, зараза, сука, попал. Ёбарный бабай. Да епа, блин, отсюда, да. Сколько женских стонов. Да вообще, блин, ну тут одни бабы, блин. Поражение, блин. Тут скины женских до хрена, блин, поэтому они бабы, блин. Все стонут. Короче, надо двойной, блин, брать. Надо двойной тут брать. Так, что? Получу я? Да? Да, наверное, я сейчас выбью последний арсенал, да? И, стоп, 240, блин, 210. Оружейно. Так, ну чё? Давай, готовься, скоро пойдем. Так, опа. Так, оружейно. Чё у меня двойной? Тут правильно, двойной. Везде двойной, да? Здесь двойной. Да, двойной. Барит прикольный, кстати. Оружейно. Двойной. Блин, а где у меня был этот не двойной-то? А, вот здесь, да? А, тут или коллиматор, или голографический. Или коллиматор. Или коллиматор, или голографический. Тут нет двойного, что ли? Ну да, сайга. А что это такое? А, это этот пистолет-пулемет. Понял? Наследие. Вот тоже, блин. Вот без обид, да, к разработчикам, но. Не понимаю, зачем столько картинок. Вообще не врубаюсь, зачем столько картинок. Вообще не врубаюсь. Так. Три. А я могу? Пять. А я. Подожди. А, улучшение. А, вот улучшение. Я забыл, где я там звезды-то могу поставить. Стоп. Джулио. Ну да. А почему у меня две тогда стояли? Кто за меня тут играл? Какого хз у меня стояли две звезды? Я не понял, блин. Ну ладно. Ну давай еще сейчас командные чуть-чуть побегаем. Такие хорошие были эти... как его? Тут и было КБ 10 на 10. Чем хорошо? Ну, блин, буквально мясо было. Убрали. Потом было 25 на 25 на королевской битве. Убрали. Зачем? Почему? То есть там брался кусок королевской битвы, кусок карты. Ну, побольше, да, чем остальной. Как бы ограничен. Ну, там заборчик такой. И 25 на 25 играли. Тоже классно было. Ну, прям мясо-мясом было. Пиздец, все поубирали, блин. Не знаю, блин. И все, и вот эти... И опять вот бегают они. Вот, опять, блин, стреляю с коллиматоров, хер попадаю. Те стреляют с коллиматоров, всегда убивают. Как? Ну, видимо, не мое. Не мое, да, не мое. Есть игры, да, в которые ты играешь, тебе нравится и хорошо идет. А здесь те же самые, да, например, герои в третьем. Ты играешь, у тебя там замечательно идет, блин, герои в третьих, блин. Все, в принципе, карты там, да, советчики такие были прикольные, там, так, алё, ты будешь искать? Вот самое обидное, вот тем, блин, ну, я бы в нее очень постоянно бы, долго бы играл, я бы заходил в нее. Вот, ну, единственное, что народу мало.
Вот дай бог, чтобы она долго-долго и развивалась, и как бы, ну, более крутая была. Но, опять же, если смотреть трезвым взглядом, то пока они не уберут из нее ПВЕ и королевскую битву, она будет помирать. Потому что приходят и всем, блядь, только там ПВЕшка и королевская битва. Так, ну чё, вот давайте вот это вот, да? Ой, ё-моё, нищая зарня себе. Как они быстро-то нас, блин. Не бойся. Ой, ты, блин, не успел? Хера себе. Осколочная. Ладно. Я под прицелом. Засек врага. Противник убит. Иду следом за тобой. Где? Где? Где же, где же, где же, где же Барбацуца? Барбацуца, Барбацуца, не видать. Где? Опа. О, блин, ни хрена. Ой, ты, блин, тихо. Ну, давай. Давай так вот выйдем. Тихо. Оп. Ну, давай. Прикончили. Девочки, давайте выходим. А вот здесь вот хорошая щелка, да? Бля, я с пулемета там так херачил. Кидаю гранату. Вперед! Так, ну... Ой, да блин, наш. Прикончили. В укрытие. Я блин, где? Вот это тут, вот он, вражина. Осколочный. Где? Блин. Ребята, стой. Блин, да совсем рядом. Блин, где? Смотри, блядь, я только троих убил. Весело. Спокойной ночи. Весело, весело. Встретим Новый год. Опа. Ай! Ай-яй, я не успел лечь. Не успел лечь. Опа, тихо. Мы лидируем. Как держать? Один из наших упал. Тихо. Смотри в лоб. Блин, да сука. Хватит там дергаться туда-сюда. Так. Блин, да вот как она не попадает в нее? Есть, на лету поймал, блин. Бля. Да как? Как? Продолжайте в том же духе. А, крындец, блин, как? Как? Ну, скажи мне, пожалуйста. Опа, опа, так. Ну, ляжем еще раз, да? Где? Где? Где, 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 где? Где же, где же, где же, где же Барбацу там? Где, блин, где? Ну? Оу, 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 оу. Ох, сейчас мне в жопу прибегут. Один есть. Девочка? Сейчас она... Сейчас меня лежа вычислят. Нет, нет. Нет. А, бля, сука. Вот, блядь, тоже. Смотри, он хопа с выбега. А у меня ни хрена с выбега не получается. Получается. Тоже, это о чем говорит? Что-то там тоже как нечисто, да? Ненависть не стоит недооценивать. Опа. Меня попали. Есть. Выходит? Ай-ой! Ой! Бля, я вообще отсюда вышел. Блин, твою мать, да вы чё, блин, убить-то его не можете? Не, ну я-то ладно, хрен с ним. Я-то понятно, блин, у меня тут такой барин, блин. Пиздец, тонну весит. Ой, ты ё. Блин, как? Да ёба, как? Бля, как? Блядь, да заколебали, ребят, ну вы чё, там вообще с балконов стреляют нахрен. Охренели, что ли? Меня зацепило. Один готов. Обнаружен враг.
Блин. Ну, ой. Ой-ой-ой. Ё-моё, Виктория, блин. А, победили, блин. Победили. Подебили. Странно, никто там в голосовой чат ничего не говорит. Обычно что-то болтает, блин. А-на-на-на. Ну чё, арсенал. Сколько я там из снайперки настрелял? Так, забрать. Не, о, забрать. Ага. Все. Ну-ка, подожди. Подожди. О-о-о, я могу. Вот сейчас мне 100% выпадет арсенал. Это просто. Это да. Это издевательство. Это супер издевательство, бля. Это что такое там? Так, ну тут у меня все есть. Стоп, набор ПВЕ, все. Ой, я забыл, где тут обмен, что-то меняется. Так, склад. А, ну да, давайте, один арсенал. И... А, подожди, откуда у меня 4? Бляха-муха, да ладно, вы что? Уже 4? Ну, короче, все, 2 попытки, сейчас я выпаду. Смотри, только со второй. Это, блядь... Я же сказал. Вот сейчас вот выпадет, да. Да, сейчас выпадет легендарная. Да не может быть! А я не ожидал. Ой, ты ладно, вы чё? И выпал. Муйня, которую я стрелять не буду. Ну, потому что я не стреляю этими. Ой, блин. Не стреляю я, блин. ППшками. Ну, потому что, блин, надо сблизи подбегать. И стрелять там. Так, события. Ладно. Еще что там, что событие-то? Еще какое событие-то, блин? 50 арсеналов открыл. Склад. Опять, блин, склад. И опять лазишь. Блин, звезды. Вот, блядь, почему сразу-то не дать нам? Ты сначала открываешь одну хуйню, потом другую хуйню. Почему сразу арсенал кейсов не брать, не взять? Блядь, вода. Вынос мозга, просто вынос мозга, блин. Крыть, брат. Пиздец просто, нахрен. Пистолет-пулемет. Ну вот, легендарно, у меня теперь и эта херня легенда. Я же получил пистолет-пулемет, так что. А, штурмово. Нет, подожди. А я чё получил легендарное-то? Стоять. Звёздное я чё-то получил. Ну? А вот это озарение? Озарение. А, легендарное, не звёздное. А там вообще звёздное есть в этом арсенале? Стоп. А в этом арсенале вообще звездные есть? Ну, М-ка озарение, да. Это точно. Пистолет-пулемет. М-ка озарение. Ой, вот для китайцев, может быть, это интересно все. Ну, я же делаю, то китайцев беру. Зови меня, Сойка. Ну, мне кажется, надо брать именно то, что интересно, как бы... Интересно нашим. А не просто, блин, китайцам, да? Дык-д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 ык. Пойдем-то... Ой, с этого максимально. Так, аванпост опять. Ну, пошли. Ладно. Наверное, надо заканчивать, блин. Пойти в КС-ку, блин, 5 зрителей. Посмотри, там 0. Я захожу, я такой ощущаю, что все зрители, вот они здесь. Ну, потому что всего 5. А я когда заходил, был 0. Для зрителей. Ну, на Твиче, на Battle Teams было 0 зрителей. Вот. И вот они все здесь. Кто зашел пятеро, все у нас здесь. Так. Ага. Ну, давай со сбари-то попробуем. Бля. Ну как? Где? Вот где? Отлично. Продолжайте опять. В том же духе. Где он? Блять, тут одни эти снайперы. Отлично. Стоят.
Мне даже не интересно. Все с барретами, что ли? Осколочная пошла. Ну все, сейчас все с барретами. Все с барретами. Все, пошли, блин, пошли нахрен это. Хоть какое-то разнообразие в игру внесем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, блядь. Хренак, это с чего это у меня так сразу? Я даже пострелять не успел, а? Как оно вот весело это было, блин, сразу. Работа. Мы лидируем. Так держать. Клево, правильно? Там снайпердов развелось нахрен, лидирует. Естественно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Снайперы, чего вы не прикрываете-то, блин? Там толпа снайперов нахера, нихера, блин, толку нихера. И хера толку нихера. Где вы там все? Снайпиперды, блин. Внимание, у нас потери. Я перезаряжаюсь. Так, не то я сделал. Ложись. Отлично. Опа, тихо. Продолжайте в том же духе. Я тебя прикрою. Прикройте. Где? Вперед. Победа близка. Блять, мне... Ох, херак со с гранат меня расхерачивает. Ой, ты, блин. Да ё-моё, блин. Ни хрена не получилось, фокусный удар свой. Да, блин, гранатами вообще не интересно. Да я тут, если обратили внимание, никогда тут гранат не кидаю. Ну, потому что тут надо это... тренировать стрельбу. Всего на Твиче. Да, да, на Твиче всего заходишь, там ноль было. Тут заходишь, у меня 5, 7, там, 10 зрителей, блин. То есть как будто ты... Вот все, они все здесь. Вот, бля. Бля. Да откуда? Блин, да где вы там, снайперы наши? Бля, тут вон они херачат. Только путь стоит. Шум стоит нахрен. Блядь. Твою мать. Прикрываю. Спокойной ночи. Твою мать. Вообще нахрен. Просто, бля. Не высовывайся. Крындец. Магазин пуст. Перезаряжай. Бля, ты просто вообще, наверное, жопа какая-то, бля, что за звери там нахер? Просто, блин, пиздец какой-то. Чувак из жопы ножом убивает, я иду на... Да пиздец просто нахрен. Кстати, мы тут на стриме у художника. Если кого-то интересует промики для Battle Teams, пожалуйста, пишите в ВК. Объясню, как получить промики. Промики от администрации для подписчиков. В ВК сообщение присылайте, я вам сообщу, как получить промик. Это ссылочка на ВК есть у меня там на Твиче. Бля, пиздец просто. Бля, да просто, блин, жопа. Наконец-то, блин, хоть кого-то, блин. Хоть где-то кого-то как-то, блин. Бля. Блядь, от бедра захерачил хоть немножечко. От бедрышка. Вот сейчас выйдет, должен выйти. Давай, выходи. Тихо-тихо-тихо. Пистолет, пулеметы, я вообще в крипы. Блядь, не, пулеметы тема, кстати. Пулемет здорово стреляет, блин. Обед пулемет. Вот. Это рай для меня, да. Блядь, вообще пулемет, по-моему, самая классная пушка, блядь. 15 попаданий, нахуй, сто хп не снял. Возмездие. Где? Ну, где? Где? Ой, блин, наш. А, нет, не наш был. Бля, тихо. Бля. 1-7-100. Бля, я красавец, блин. Ну, добивал-то, блин. Красиво. Блин, да как так? Победа почти у нас в руках. Раздавите их. Да где? Как? Бля. Блин, да что ты будешь делать, бля? Крындец.
Где же Барбацуца сейчас выйдет? Она не, блядь, они давят пиздец просто. Они метко садят, блин. Метко садят. Блядь, выражение эти, да, клёвые, блин. Ну, выходишь? Выходит тут утро, бля, Виктория. Бля, мы еще и победили, ну пиздец. Победа! Просто тут жопа какая-то у меня сегодня. Так, ну что там? Нет, у меня сегодня статистика жопошная. Ну, не, ну, 8, бля, нет, не. По урону. Ну да, нормально. О, чувак, 42, блин. Это просто зверь какой-то. Зверь просто, 42. 15-9. Ну, тут добитышей подбирал, блин. Не, ну, говно. Сегодня вообще говно. Да ладно, в складах 0.23. Это же, блин, вообще моя карта была. Сегодня просто жопа, а не день какой-то, блядь. Мамашка-машка, блядь, просто пиздец. Просто пиздец. Где я тут? В какой я тут жопе там? Ой, самый последний, 3.13. Пиздец просто, на складах. Да это где там херачили вообще со всех сторон, блядь. Подрыв квартала тоже 13, блядь. Тоже вообще тут пиздец жопа какая-то, блядь. Причем 322, еще урон такой, ну, так это. По сути, троих должен был как минимум взять. А тут у всех так, смотри, тоже 3587. То есть не успевают добивать. Бля. Там, не знаю. Там вообще четверо было, да? Там вообще четверо, блин. Да. Сейчас. Алло, Лапуль, да, привет. Я стримлю, а что ты хотела? А ты что хотела-то? Ну давай говори. Погулять позвать? Ну давай. Не, давай, ты когда приедешь? Я сейчас один стрим просто закончу по Battle Teams. Ты сзади дома? Ну ты не будешь заходить? То есть мне выходить, да? Ну давай, я сейчас это выйду. Давай, сейчас я заканчиваю и это соберусь быстро. Давай. Давай. Хорошо, давай. Ага, давай. Все, да, я сейчас заканчиваю и выхожу. Давай. Угу. Так, ну что, ребятки? Меня моя девочка ждет. Да? Ну вот так вот. Вот так вот семья прерывает наши стримы. Ну все, давайте. Короче, всем, кому интересны промокоды, еще раз напоминаю, пишите в ВК, пишите ВКонтакте. Вот, расскажу, как получить промокод. Хорошие, в общем, промокоды по Battle Teams 2, если кому-то интересно. Вот, расскажу условия получения. Промокодов абсолютно несложно. Пишите в ВК, что хочу получить промокод. Я вам пришлю информацию, как их получить, собственно, промокодики. Ну что, всем всего хорошего. Играйте в Battle Teams 2. В принципе, игра хорошая. Надеюсь, что все-таки народу в ней будет много. Больше. Вот. И надеюсь, что да, она будет лучше. Вот. Всего всем самого хорошего. До новых встреч. Так, и жду через какое-то время на КС-ке. То есть сегодня обязательно. Вот сейчас вроде состояние у меня нормальное. Так что, Тони, тебя в первую очередь жду, если ты не против. Ну и всех, кому интересно, жду на КС-ке через какое-то время. Все, давайте. Пока-пока. Всего хорошего. До новых встреч. Здоровья.